Уважаемые зрители, предлагаю вам обратить внимание на ковер, где встречаются интересные очень спортсменки, одни из сильнейших в этой весовой категории, но единственное одного килограмма. Красный трико София Матсон, Швеция. Чемпионка мира прошлого года, чемпионка Европы этого года, участница Олимпийских игр в Пекине. Ее соперница, представительница команды Японии, Юру Хариучи, двукратная чемпионка мира среди юниоров. Извиняемся, победу на Карабе одержал Арсен Юфанакян, армянин. На Карабе А победу одержал this is it.